Итак, Петров Максим Александрович на ремонтной площадке отодвинул заграждение. Поскользнулся и упал в яму, в итоге получил травмы, несовместимые с жизнью. Классика. Простите, может быть, можно как-нибудь... Извини. Ну что ж, поздравляю, повезло тебе. Можешь сегодня купить себе лотерейный билет? Куда же ты полез, а? Экономя одну минуту своего времени, ты можешь лишиться всей жизни. Неравноценный обмен. Не так ли? Т-плюс предупреждает. Заходить за ограждение смертельно опасно.